он тебе что? А что он? Говорит, окей, давай встретимся. Правда, хотел в кафе пригласить. А почему мы тогда возле школы? Да потому что в кафе он еще и цветы притащит. И получится свидание. А я хочу разложить все по полочкам. А на полочках что лежит? Что мы с Кириллом уже никогда не будем вместе. Просто друзья. Тогда зачем ты с ним целовалась? Да что вы ко мне пристали? Я с вами поделилась, как с подругами. Помочь морально попросила. А вы меня допрашиваете. Короче, я пошла. Маш, да не обижайся ты! Поздно, уже обиделась. О, привет, девочки. Привет. А вы Машу не видели? Нет. А вы случайно не в курсе, почему меня Маша в школу позвала? Без понятия. Маша нам ничего не говорила. А ты сам как думаешь? Подвиньтесь. Я думаю, это будет сложный разговор. Ой, нам тоже так кажется. А ты почему так считаешь? Понимаете, как бы это сказать? Маша в последнее время приставала ко мне, и мне пора ее остановить. Маша приставала? Я ее понимаю. Как тут устоять? Я на 5 сантиметров вырос за последние 2 месяца. На меня старшеклассницы оборачиваются. Круто, круто. И ты думаешь, что она снова хочет быть с тобой вместе? Я почти уверен. Это еще начиналось в учебное время. Разделитесь на пары, будете работать команда. Она могла выбрать кого угодно, но подсела именно ко мне. А дальше я вообще обалдел. Кирилл, только давай я все делаю, а ты не мешаешь, ладно? Я только за. К такому раскладу я вообще не был готов. Все, сдаем работы. Оценки объявлю завтра. Кирилл, помоги мне, пожалуйста, у меня платье расстегнулось. Вот тут мне уже все стало ясно. А дальше вы сами знаете. Тот поцелуй и... Короче, я понял, что тянуть нельзя. Пора рубить концы. Ксюш, можно тебя на минутку? Да, конечно. Тебе не кажется, что кто-то из них врет? Это как бы факт. Вопрос только, кто? Жаль, что мы об этом не узнаем, так как в классе они будут вдвоем. А может быть, и узнаем. За мной. Ксюш, Сонь, вы куда? Домой. Пока. Сначала нужно выяснить, где они будут разговаривать. Сонь, ты можешь объяснить, зачем мы сюда пришли? Да, да, сейчас. Нет. О, тут дверь открыта. Есть.
Вероника подготовилась. Или подготовился. Так, ладно, переходим к делу. К какому делу? Мы установим за Машей и Кириллом слежку. Таким образом мы узнаем, что будет здесь происходить. Прикольная идея. А что здесь происходит? Девочки, сколько раз вам повторять, что школа на каникулах – закрытая для вас территория? Здрасте. А мы тут паутину убираем. Представляете, снится мне сон. Сижу я на уроке, а тут оттуда прямо вылезает вот такой паук. Угу. И говорит: «Отдай мне свою печень!» Жуть. Святые, запятые. Вы бы, девочки, меньше бы этих страшилок перед сном смотрели бы. А сон оказался вещим. Паук убит, паутина обезврежена. Премного благодарна. На выход. На выход, давайте. Вроде бы ушла. Давай теперь видео настроим. А если у нас не получится? А если они слежку заметят? А если она гоновно снова зайдет? Блин, Ксюша, а если ты мне просто дашь нормально сделать настройки? Есть. Смотри, смотри, они в класс заходят. Кирилл, напрасно ты это затеял. Это тебе не стоило так волноваться. Пока ничего не понятно. Хоть бы намекнули как-то. Тише. Давай следить, что дальше будет. Может, они раскроются сейчас. Кирилл, я что хотела сказать? Подожди. Я не хочу, чтобы ты жалела о своих словах. Поверь, я не буду. Это не может... Ни слова больше. Я, мужчина, не должен позволить тебе это произносить. Это еще почему? Я хочу сказать, и я скажу. Нет, я скажу. Так будет лучше. Просто поверь. Что у них там вообще происходит? Они сейчас подерутся, и все. Мы так и не узнаем, кто нам вешал лапшу. Да подожди, может, еще все наладится. Как? Они от драки перейдут к поцелуям? Опять-таки, ничего не будет понятно. Стоп, ты это на нас кричать. Совсем обнаглели? Бедная учительница, и свидание нельзя устроить себе. Так это вы тут романтическую обстановку устроили? Ну, допустим, я. А вы все испортили. Брысь отсюда! Так и не сказала тебе главного. Я тебя не люблю, и между нами ничего не может быть. Отлично! Отношения с тобой – худший кошмар в моей жизни! И прекрасно! И зашибись! Это еще что такое? Как-то тихо стало. Слушай, а если она твой телефон спалила? Да не гони.